Идущий на профит, приветствую тебя, привет, друзья, дамы и господа, рад вас всех видеть. Лайки, подписочки, колокольчики, нажимаем, дожимаем, прожимаем, начинаем. Сегодня у нас обзор по битку и криптовалютам в целом. 9 июня, продолжается мозговыносящий флэт. Прямо если гиперлокально, по 4 часам смотреть. Ну что, от 29-800 примерно мы вынесли полтинники, чаще всего просто так полтинники не оставляют. Приходит к двадцаткам. Больше сказать, наверное, что-то тут серьезного нечего. То же самое по эфириуму. Тут с коррекционных 1773, пришли, забрали полтинники. Даже 35 мы тут захватывали после дампа. Наверное, вот двадцатки перебить и стопоря забрать, вот эти вот. Вот. Что-то добавить, убавить? Нечего мне, если честно. Как бы все сказано до этого было в телеграм-канале. По эфириуму напрашивается ускорение, да? Как бы пробитие уровня все-таки вот этого. Вот такого. Пока такое жду. Это среднесрочно. Ни добавить, ни убавить нету. По блокам сказать нечего, только внизу подперли, сверху блоки... сначала подперли, потом уменьшали, сейчас вообще убрали. Интересно будет посмотреть, что будет. Ратио нейтрально, 64, как бы при таком и дампились, и пампились нормально. Единственное, что мне показалось интересным, это то, что хубичи мясо, обычная розница, шортит очень сильно. Тут прям все это они лонговали, все большое количество времени. Сейчас, секундочку. Вот, все эти дни, да, он там что-то шортили, когда там, второго, да, 3-го, 4-го, 5-го, 7-го они лонговали, и сейчас что-то перевернулись в шорт. То есть, условно, в кавычках, толпа, можно сказать, что шортит. Поэтому могут какой-то локальный, как я говорил, памп, чтобы снять напряженность, как пишут, ликово сверху. На самом деле, мозговыносящая тема, скорее всего, продолжится. Вот. Добавить, наверное, нечего. Лонговать не планирую, шорты удерживаю. Либо отработают, либо в безубыток отлетят. Тут до безубытка даже по эфириуму у меня далеко. Вот. Ладно, давайте быстренько рассмотрим, что у вас в комментариях. Мужик посмотрел видос про историю твоего депозита и чуть ли не прослезился. Моя симпатия к тебе теперь запредельна. Теперь ты поднялся с самых низов самостоятельно, без чьей-либо помощи. Смотрю тебя где больше месяца. Но тот видос глянул, вот только что ты действительно сильный человек, не считая бедность, не сломали тебя. Огромный тебе респект, бро. Продолжай разрывать рынок. Спасибо. Кто не понял, это про видос на канале. Вот про йен тут. Так. Как всегда, с обоснованием в аккурат по полочкам. Спасибо большое. Пожалуйста, формируется гип GMT USDT. Часовик, посмотри, пожалуйста. Часовик, я гипы не смотрю. Гипы я смотрю минимум 4-8 часов. Самые хорошие гипы вот именно на этих таймфреймах. Даже лучше гип на 8 часах, значит, с большей вероятностью отработать, чем на 4 часах. Но опять же, надо смотреть, помимо этого, на конъюнктуру рынка. Здравствуй, можешь подсказать, где смотреть график стены? О чем они говорят? Они говорят нам о заявках на покупку и продажу. Bitcoin, Wisdom. Так, где тут? Сейчас. Вот. Вот этот сайт. Это хороший аналог Trading Light. Вообще, самый лучший вариант, если вы живете не в России, покупать за $15 в месяц Trading Light. Просто сейчас что-то по-дебильному там сделали. Оплата криптой. То есть, если за год платить, там что-то комиссия нормально набегает. Пошли они в жопу. Так. И все время лагает, кстати, Trading Light у меня. Лагал. То у меня стенки не прогружаются, то еще какая-то херня. Так, а почему думаешь, не перебьют хай? Снять бы ликвидность и потом погружение в шорт. Дадут всем надежду. Альты ты пока на спот средний срок не набираешь. Кстати, ситуация на битке похожа на октябрь 19-го. Что думаешь об этом? Спасибо за аналитику. Первый, не понял, про что ты говоришь, перебьют ли хай. Хай в смысле 68 тысяч? Рано или поздно перебьют? Но почему должны сейчас пойти и перебивать этот хай? Зачем? Куча всяких... Сейчас же игра не розница. Вот, например, в 2018 году, если сравнивать вообще любые сравнения, ты сказал, какие 19-й год у нас сейчас. Блин, где? Уж
потерял тебя. Октябрь 19-го. Октябрь 19-го. Ну, ты имеешь в виду вот этот вот памп, да, хочешь увидеть? Ну, может быть. Может быть. Но смотри, вот все, что вот было в этом блоке, я предполагаю, что... Так, вот в этом блоке. Я предполагаю, что это все игра против розницы. Ну, то есть, ну, не то, что против розницы, как это сказать. Короче, розничные игроки, особенно вот здесь, вот вставали в оверплечи, да, их, видите, как очень сильно пилили, очень волатильно потом. Ну, короче, тут в основном розница. Здесь же пошли уже игра фондов. И у фондов совершенно другие плечи. Тут не как здесь плечи, там, сотые, пятидесятые. А тут нормально, тут выносит так под второе, под третье. Ну, даже третье уже встречает все меньше, а в основном второе. Ну, короче, выносит минимальное плечо. То есть мы уже идем большими блоками. Здесь большой блок, здесь большой блок. Здесь большой блок, здесь большой блок. То есть блоки, они гораздо большие. Здесь вот большой блок, блин. Сейчас, секунду. Здесь большой блок. Да, здесь я думаю, что потом будет какой-то большой блок. То есть мы уже не ходим вот такими вот, как сказать, блочками, что ли. Да, тут раз, такой вот. Потом тут вот что-то такое. Ну, не знаю, это я так визуально вижу. Не знаю, понятно ли вам будет. Ну, короче, я думаю, что сейчас ситуацию с волатильностью нельзя сравнивать с 2018 годом. Вот. Альты пока нас под средний срок не набираешь? Нет, ни одного альта не купил. Не купил. Ну, пока все. Но жду покупок. Посмотрим, посмотрим. Посмотрим, посмотрим. 27 или 60. 15 июня нужно ждать. Кибервалюта это что? С 2017 года в теме ни разу не слышал такой фразы. Да прикол такой. Поделись, как накладываешь фибу от души. Как накладываешь фибу? Как накладываешь фибу. Вот, Тинькофф Банк. Просто у меня тут фиба, я ее не снимал. Вот такие настройки делаешь. Ставишь на паузу, делаешь такие настройки. 0.5-0.68 ставишь в откат. Где тут? Вот в откат. Единицу ставишь в хай, от которого хочешь посмотреть. Ну, например, вот можно здесь вот откат у нас 6077. 0 в хаи, значит, хорошая точка, так скажем, фиксации 0.25. К ней пришли 7.390. Далее, хай берем уже 0, ставим в эту точку 7046. Значит, тут будет две точки. Первая точка фиксации 0.25, это 7990. И 0.5, ну, почти тут, чуть не дошли до нее. Вот такая фиба у меня. Так, прочитал. Как это, что за биржа CoinEx, они последние движения угадывают по фандингу. Это на CoinGlaze, которая? Вот эти, что ли? Может быть, молодая биржа, там, скорее всего, не хватает ликвидности, поэтому фондирование очень сильно скачет. Сейчас вниз или отскок еще вверх будет? Да хрен его знает, смотря что вы называете отскоком. Для меня отскок это там больше... несколько тысяч пунктов ходу. У нас в чате, я так понял, отскок это уже 300 пунктов ходу. Зажимной скам, что это, ждем объяснений. Объяснение я давал в отдельном видео, можно посмотреть на канале. Когда наступает, так, называется паттерны, на которых я заработал. Как наступает утро, шортист плачет чего? Его размазали, о боже, холдер радуется. Пока что, судя по количеству ликвидаций, сколько миллионов ликвидируется лонгов и сколько ликвидируется шортов, плачет совсем не шортисты. Кто все, кто? Я, да ты, мы с тобой. Все понятно. Всем до новых встреч. Полезные ссылочки будут в описании. Там донаты, биржи и так далее. До новых встреч. Так, самое главное, да прибудет с вами прибыль. Пока.